Крутят деда, как хотят. Вы, наверное, уже старенький, чтобы играть. Всем привет, друзья, с вами Саня. И в этом ролике, так как мы набрали нужное количество лайков, я выпускаю деда. Компилейшн, который я давно обещал. Обязательно перед просмотром этого видоса убедитесь, что у вас поставлен лайк. А мы полетели. Let's go! Как сложно все. Здравствуйте. Красивая борода. Назовем. Деда, ты что ты делаешь? Хорош. Ребята, а с вами можно пошпилить баскетбол? О, мне мяч попал. О, Александр Олегович. Денис. Вы два капитана, я так понимаю, да? Не, мы вместе. Не, мы вместе поиграли. Вы вместе? Раньше это осуждалось. Кто с дедом? Я точно с дедом не буду. Is he playing? Иногда. How can he play? Bro, look at how he's dressed, man. He can't play like this. Come on, bro. Ну вы выбирайте, я попробую бросить. Я буду по пасах. Пас. Пас. Нормально сейчас? Вот так вот. Прошел. Вот так вот. Через руки. Это команда мечты. Команда мечты. Смотри, основная комбинация в том, что мы должны забить больше очков, чем они, чтобы победить. Хорошо? Что это, аутов нет? Походу я в аут сегодня улетаю. Два видения, три. Главное, немало, чтобы было видений. Не забьешь, не забьешь. Ого. Бро, play some defense, man. Хватит тянуть старика за яйца. Хотя иногда можно, мне кажется. Почему бы и нет? Команда тащит, дед тащится. Спасибо. Это компрессионные, чтобы сдерживали мышцы. Пиджак сильно тесный. Сильно большие яйца у деда. О, до деда пас не дойдет сегодня. Попробуем снять пиджак. Ребята, у вас кольца какие-то низкие или что? Уничтожай! Доминируй! Два очка считать. Надо заправляться. Ты заправился? Нет. А надо. Что это такое? Сашка Белов, Росал, так 1600, 1900.
хочу эту мать! Слушайся! Слышишься? Оп! Оп! Опа! Опа! А вот немножко... Ооо! А левый, так сказать, себе хорошо делал, если ты понимаешь, о чем я. 1-0. С передачей. Чеки у меня нету чеков. Саша, на тебе надо, я не пойму. У меня только из субсидий. Из субсидий. Девять семь, да? Да туда же! Площадочка родимая. Вот так вот пахнет победа. Завершаем эту игру феерическим моментом. Раскатали, как детей. Ребята, вы не хотите, может, поиграть 2 на 2? Один за одним. Я увидел вас энтузиазм поиграть в баскетбол. Я здесь недалеко живу, в соседнем районе. Гуляю чисто. Тут с собаками в основном гуляют, а я сам. Бляха. Убьют. Киллеры. Это что за блядь? Я хочу в баскетбол пришел поиграть. Вы это серьезно? Как раз 3 на 3. Так вы, наверное, уже сами чтобы играть. Ну, я только что наблюдал, как вы бросаете. Это вроде неплохой уровень. Вроде... Хотя много, в принципе, есть ошибок, которые нельзя как бы допускать. А у вас девушка в команде? Привет. Александр Олегович. Алина. Давай, Даня, подавай. Попытки тщетны. Все попытки тщетны. Хорошо чувствуешь? Такое могло быть и лучше. Можно я попробую хоть раз бросить, хоть. Ладно. Во время игры попытаюсь размяться. Сегодня не судьба. Не против, что я с вами покатаю как-то? Ну, только немножко. И аккуратно, хорошо, не травмируйся. Раньше умел как Уилл Чемберлен или Билл Рассел. Нападать? А что, давай. Так мы же в баскетбол будем играть или в единоборства какие-то? О! О! Ты что? О! Ты сразу решил атаковать нас. Ай! Да что ж ты так? Хотел отрубать мне руки. Не успел. А если бы успел, то все равно. Я не буду тебя крыть. Я наверх выхожу сейчас? Любого игрока. О, крашеные волосы помогли тебе только что забить. Поверь. Какой любимый игрок? Ну, если из новых, то Майкл Джордан. Новых? Джордан уже на пенсии, там, все дела. То я тоже на пенсии. Ой-ой-ой! Унесенные ветром. Давай. Туда сидит, как масло на хлебе сидит. Вкусно? Я есть хочу просто. У вас есть тик-так, а то вы тик-так рекламируете, да? Я в конфету сейчас бы поел. Ай! Плакали березы под моим окном. Да елки зеленые. Подтянуть, уже вечереет. Взбодриться будешь? Не, спасибо. Не, сушить буду. Огурцы очень сильно заряжают на баскетбол. Я не пробовал огурцами бодриться. Сейчас попробуем. Я в основном рассолом потом добавляю. Это сочно, да? Забивай. Вот туда его. Это все что потому, что едите много тик-так. Сейчас натяну пиджак.
Главное, чтобы вы меня не натянули, пока я натягиваю пиджак. Надо разогреть под пиджаковую зону. Чуйка, что отыграем все очки. В смысле, я и так максимально. Вот это влетел, конечно. Посмотри. Посмотрим. Возможно ли тебя обойти или нет? Надо раз и по-любому профессионально баскетболом заниматься, да? Ну, лет 100 назад. Тренер тренировал. Что, разные кроссовки? Пора уже снимать. Очки. Или забивать трёхи. Еще. Догонка. 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 Сейчас. Сейчас. Не, нормально. Давай. Взял и отдал. Наш. Просок. Talking like Geronimo, get dropped down like some dominoes. Blues and greens and pinks, I got a lot of those. Слушай, я пришел поиграть в баскетбол. Я не ищу проблем. Базару ноль. Что это значит, базару ноль? Чуть позже объясню. Куда уже позже? Я могу не дожить до позже. Дед, ты охуел через меня так ставить. Аж спина прихватила. Вот и все. Молодцы, молодцы. Это ваши огурчики? Да. Огурчик можно один? Конечно. На, бери. Опа. О, я по рассолу, я по рассолу. Каким можно? Я только рассол пью в основном. А в РС это такое. Ты был хорош. Выгрызал каждую очку. Ладно, все, спасибо вам за игру. Спасибо за игру. Да, у вас круто получается. Брозер, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это свидетельствует о том, что оно вам понравилось. Значит, стоит поставить свой приятный комментарий и написать лайк. Ну, вы поняли. Всем удачи, всем пока.
Получилось? Да.